Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Мужская компания» и я ее ведущий Лазюк Алексей. Сегодня мы приехали на рыболовный комплекс «Азар» половить форель на спиннинг. С администрацией мы согласовали, что мы сможем рыбу поймать, отпустил будем ловить. Но та, которая рыба травмируется, мы ту рыбу будем забирать. Будем ловить на искусственные приманки и вот новый спиннинг будем обкатывать. Грайлинг до 8 грамм. От 3 до 8 грамм. Ну, давайте делаю первый заброс. Форелька преследует приманку. Оп. Вот она. Взяла. Чуть нужный горизонт находим и сразу же поклевка. Вот. За краешек взяла. Стоп. Находишь горизонт нужный и сразу же следует поклевка. Так, закидываем, еще раз пробуем на эту. На желтый головастик будем, называется резина. Оп, поклевочка была. Атаковала. Ну, чувствуется спиннинг, что она поклевывает, берет. Он тычет. Вот она. Есть. Нормально отрабатывает он. Для бюджетного спиннинга вообще отлично, в принципе. Так. Так, идет. Вот, вообще. Палка нормально отрабатывает, хорошо по рыбе-то. Сейчас мы попробуем. О, собрала. Попробуем релизером отпустить ее. Сейчас. Сейчас маленько дадим ей устать. И спокойно. Релизером. Вот спокойно отпускаем релизером вот так. И рыбку не травмируем, в руки не берем. Так, сейчас мы поменяем другую приманочку. Это, на эту вытащили мы две рыбы. На головастик. Это как нимфа. Ну, по этикетке написано головастик это. Попробуем белую вот эту. Но это у нас это веснянка. Да, веснянка это. Сейчас попробуем на белую веснянку. Вот такая вот такая. Таракашка. Сейчас будем ловить на нее. Так, забросили, сейчас маленько дадим притопиться, там, потому что у нас, наверное, 0,3 грамма джиголовочка. Оп, поклевочка, удар, вот она, есть. Вот, рыбка садится, кушает. Даже как-то поактивнее, чем на головастик клюнула, на весняночку. Вот она. Так, ну спиннинг-то, в принципе-то, отрабатывает вообще нормально. Сейчас мы посмотрим рыбка, если она у нас не заглотила далеко резину, то мы ее отпустим. А если она взяла
то нам придется ее забрать. Так, вон она. Да. Гуляет рыбка. Такая, наверное, килограмма полтора. Так. Сейчас посмотрим. Так, 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 так. Давай, давай. Не хочет. Давай. Ничего, активная попалась. Ну вот видите, палочка-то как отрабатывает ее, в принципе. Я думаю, нормальная бюджетная палка такая. Цена, качество, я думаю. Вот. Вот и все, рыбку отпустили. Вот весняночка, ох, улетела. Она отрабатывает как. Сейчас еще раз попробуем на нее. Сейчас мы делаем еще забросик. Беленькая веснянка. Маленько притопим ее. Посмотрим, как она себя покажет еще раз. Так. Вот. Тычочки рыбы. В жестких условиях. Оп, поклевка была. Даже ударчики чувствуют. Вот она, есть. Вот. Ну, она. И рыбу вяжет, в принципе-то, неплохо. У нас даже с нее сходов еще не было. Так. Оп. Вот. При форсированном вываживании вот она спокойно справляется с рыбой. Так. Сейчас мы тебя отпустим, подожди. Подожди секунду. Так, да подожди, оп-оп-оп-оп. За краешек она взяла. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Оп, сама отдала. В принципе, она и при форсировании справляется. Не дает сходить рыбы. Рыбе. Так, ну пробуем другую. Вот такой цвет, цвет как морковка вареная, как мормыш вареный. Так. Так, надо мне сейчас еще очки протереть. Ну сейчас я закину. Вот. Опять мимо. Поклевка была. Так, так, ходит. Оп. Вот она. Взяли ее. Ну, работает веснянка. Модель, видно, все равно паучок. Тут рядом лес. Видно, всякие жуки, личинки там. Она, видно, вот и ест такие приманки. Букашек. Хорошо. Давай, давай, мы тебя сейчас отпустим. Давай, мы тебя отпустим. Вот, видите. Вот релизер. Ну, самодельный релизер. Такой. Сделан на скорую руку. Так, ну, пробуем еще. Опа, вот есть. Так, палочка довольна, в принципе.
даже чувствуется, даже как она ударяет по ней, по приманке. Дисвейбса. Вот. Вот и все. Так что резину тоже можно отпускать релизером. И достаточно удобно и быстро. Так, давайте мы прервемся. Мне надо протереть очки. Вот что-то она мне забрызгала. И потом возобновим ловлю. Уже будем на другую приманку ловить. Дальше. Сейчас попробуем вот на такого червяка поймать. Рыбку сейчас. Глаза разбегаются, столько приманок. Сейчас будем. Вот это плавающая резина вообще. Значит, зависать еще больше будет в воде, как она реагирует. Посмотрим. Так. Оп. Не успела припуститься и поклевочка. Ну, еще у нас оп есть. Вот. Ух. Крокодильчик нам подсел, по-моему. Сейчас он будет нам нервы трепать. Ох, все. По-моему, он заглотил он, что ли. Давай, 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 давай. Иди сюда. Оп-оп. Видит нас. Он не идет. Так, так, так. Давай, давай, давай. С такой-то рыбой форсировать-то тоже не стоит сильно. О! О! Так, о чем мы? По-моему, мы эту рыбку заберем. Такая форелька здесь на азарте водится. Давайте я в садок закину. Оп. Сейчас помою ручки. И... С вами была программа «Мужская компания». Я ее ведущий Лазюк Алексей. Здесь ловят рыбу. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!